Доброе время суток, друзья, боевая провинция приветствует вас. Только сейчас освободился, еще нужно снять два ролика нам. Это Бриедис Гевор и Власов Головацкий. Сначала, наверное, Бриедис Гевор, а затем Власов Головацкий. Ну, что мы можем сказать по этому бою? Ни один из этих, все два боя, давайте с одного начнем. Бриедис Гевор. Все, как мы ожидали, получилось именно так. Это бокс, такое ощущение, как будто побывал на Олимпиаде. Два попрыгунчика, работающие на дистанции. Вот так как попрыгунчики у нас тяжелого веса, то они, естественно, в конце боя подустали и начали еще немножко грязнить и клинчевать. Бой, как вы видите, друзья, был безусловно равный и победу, ну и решили судьи, кому отдать победу. Даже не мы с вами, не они, а вот судьи так решили, то что Бриедис был лучше. Ну, конечно, Гевор, как говорится, пришел из ниоткуда, и чтобы побить такого, не то что уровня, а такой величины бойца, такой раскрутки, то, конечно, нужно явно и красиво выиграть. Но боец не нокаутер. И поэтому, как мы ожидали, так и получилось. Победу отдали Бриедису. Но по Гевору не будем, друзья, много говорить. Пришел из ниоткуда и ушел в никуда. А Бриедис не сделал работу над ошибками, над бомбардировщик французский, там, помните, последний бой был. Я думал то, что он все-таки как-то, ну, реабилитировался. Ну, много кто что говорил. Кто говорил, он не в форме, кто говорил, он там что-то после травмы. Ну, много было всяких слухов ходило. И что мы видим? Все эти слухи, все это вранье, друзья. Бриедис стал хуже. Бриедис стал неинтересней. И вообще второй сезон суперсерии, друзья, какой-то нет таких бойцов, которые могли, ну, нас уж очень сильно порадовать. И мое предсказание, вы помните, когда финал я говорил то, что будет Дортикос и Табити, а видите, как карта легла, то, что они сейчас вместе будут драться. Поэтому кто-то из них будет в финале, а второй будет кто-то, наверное, вот из Бриедиса и Головацкий, вот из этих бойцов. Претензий к судьям все равно, друзья, никаких нет, безусловно, потому что Гевору нужно было выигрывать. А как он выиграет, ребята, явно? У него нет удара, не нокаутер, видите? А вот так прыгать в любительской манере не получится. Судьи даже не позволят. Все, друзья, всем пока. Ролик короткий. Подписываемся на Боевую провинцию. Сейчас это загружаю. И следующий сразу Власов и Головацкий буду комментировать. Жду вечером на стриме.